Михаил вырывается вперед на максимальной скорости. В целях у нас сегодня 2 километра, но по скорости у нас должен быть рекорд. Давай. Ставим рекорд скорости. 2,7 закрыли с таким низким результатом. 2 закроем с более крутым. Молодец, так держать. Держим скорость. Умница. Кто лучше? Я! Правильно. Запомни это. Осталось буквально 200 метров и будет финиш. В максимальном темпе, на максимальной скорости. Супер результат. Давай. 30. Давай. 30 метров. Не сдаемся. Так, походу мы уже закончили. Как себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь, победитель? Хорошо чувствуешь? Так держать. Добиться крутых результатов, именно максимально крутых, не простых, которые каждый день ты проходишь, а достижений великих свершений. Как к этому прийти? В первую очередь в фундаменте должно быть ваше состояние, и именно оно регулирует вашу скорость, ваше направление, ваш фокус и ваш результат. Добивайтесь крутых результатов через внутреннее состояние наполненности, изобилия в настоящем моменте.